Но вот если представить себе, что вы могли бы на некой машине времени вернуться в прошлое. Вот какие события прошлого вы бы хотели бы ощутить еще раз? Ну, я думаю, что я бы, наверное, не захотел. Потому что если уже один раз это пережито, ну, второй раз это не будет иметь, даже самое радостное событие не будет иметь того эффекта. Я бы, если была бы возможность, поехал бы вперед. И, скажем, на 10 лет вперед. Посмотрел, а как там? Да, нет, посмотрел бы, вот получилось ли то, что я задумал, или нет. И в какой степени получилось. Вот это я бы сделал с большим удовольствием. Herkes bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi bir bundan əvvəl demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluq qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri.